Банкнота 1000 франков 2002 года, Сенегал. Банкнота Западноафриканского экономического и валютного союза. Печатается для разных нескольких стран Африки. Каждой страны есть своя буква. Буква К обозначает Сенегал. Буква А Кот-д'Ивуар, Б Бенин, С Буркина-Фасо, D Мали, H Нигер, K Сенегал, S Гвинея-Бисау и литера T Т Того. И по первым двум цифрам номера определяется год. 02 это 2002 год. Банкнота в состоянии good, есть надрыв до рисунка, есть еще один, ну и бумага уже в таком состоянии поношенном. Ну, для этих 8 стран банкноты с 98 по 2002 год печатались одинаковые, только отличались литерой и годом выпуска. Есть водный знак вот такой вот. Так, еще, по-моему, здесь дырочки есть, протертости по центру. Аббревиатура BCE AO, Западноафриканский экономический валютный союз. Если вам интересно, это боно буду выставлять на аукцион. Ссылка под видео появится скоро. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Спасибо за внимание.